Всем привет, это The Liberty Club, и сегодня наш второй пробег в детдом. Мы собрали очень много вещей, игрушек, канцелярий и все то, в чем нуждается этот детский дом и, конечно же, дети. Самое главное, мы собрали очень крутую компанию и свою любовь, поэтому поехали. Огромное спасибо всем тем ребятам, которые передавали вещи, игрушки, канцелярию, абсолютно все. Мы забили полный спринтер вещей. Я надеюсь, дети будут довольны, рады тому, что мы приехали. Присоединяйтесь к нам, ведь помогать легко. Віталій Макарчук, директор Коростишівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Житомирської обласної ради. Сьогодні вся школа, учні, педагоги вітають друзів з Liberty Club міста Києва, членів автомобільної спільноти. Радість, посмішки, гарний сонячний день, оптимізм і море позитиву. Дуже важливо, щоб наші діти, щоб вони бачили успішних людей. Щоб вони бачили, що ці люди їх не цураються, що вони готові поділитися з ними і своїм успіхом, і своїми можливостями, допомогти цим дітям стати кращими, розуміти, що Україна – це країна цивілізована, що тут живуть люди, які можуть створювати успіх і варті кращого. Ребят, помагати легко. Ви це все бачите ззаді нас, скільки здесь дітишок, які вони класні. Ми завжди любимо радувати дітей. Всегда любим их, смотреть на них улыбки. То есть, смотри, как они радуются. Действительно, им этого не хватает. Так что поддерживайте такие инициативы крутые, как вы Liberty Club организовал сегодня. Это очень круто, очень классно. И эти эмоции просто не передать словами. Да, детки в этой жизни. И если мы будем делать что-то доброе и классное, оно будет возвращаться взаимностью, скажем так. Делайте добро, и все будет в мире вот так светло и ярко, как сейчас тут солнышко светит. Привет, я Витя. Я очень рад, что попал в такую дружную семью. Вы занимаетесь хорошими делами, благотворительность, все это, ну, серьезно, очень трогательно. Я тут дуже классно. Тут я, завдяки Віталію Івановичу, я тут познакомився із дітьми. І дуже багато дітей говорили про вас. Дуже позитивного і говорили, що дуже чекають вас, побільше приїжджали гості. Дітки, вони насправді дуже життєрадісні. І як ми тільки що спустились в клас, де вони обувь ремонтують, услышали дуже багато цікавого про те, як вони намагаються заробити гроші собі на мечту якусь. І це насправді дуже добре. Хотелось бы им еще как-то помочь продвигаться в этом деле. Давайте будем добрее и будем помогать деткам все вместе. Мы с командой приехали и пытаемся сделать их условия хоть немножечко лучше, и чтобы им было хоть немножко веселее. Я надеюсь, что все будут делать так же, как мы. Сегодня мы посетили детский дом в Коростишеве. К сожалению, нынешняя власть хочет его закрыть. Поэтому давайте приезжать чаще, давайте помогать деткам, дарить им улыбки и делать максимально добрые, полезные дела. Привет!
привет, мы из команды The Liberty Club. Соединяйтесь к нашему клубу, ездите вместе с нами, помогайте деткам. Yeah, cool. Yeah, cool. Yeah, cool.